Утечка топлива в безымянном озере произошла в поселке Жатай. Компания «Аэропорт ГСМ Сервис», которой принадлежит трубопровод, проходящий над озером, пыталась скрыть этот факт и самостоятельно устранить последствия. Утечку обнаружили инспекторы Якутского комитета охраны природы. Как выяснилось, на трубопроводе разошелся сварный шов, из-за чего на поверхность озера попало около 230 килограмм авиатоплива. В ходе расследования выяснилось, что утечка произошла еще в начале декабря. Примечательно, что если бы руководство предприятия не уволило одного из своих работников, который в отместку сообщил об инциденте в соответствующий орган, возможно, происшествие осталось бы незамеченным. Результат пробы льда показал превышение фоновой концентрации почти в 3 раза. По словам специалистов, урона природе удалось избежать. Благодаря тому, что озеро покрыто слоем льда, последствия утечки можно устранить без вреда для водоема. Этим должна заняться сама компания «Виновник», которую оштрафовали на 30 тысяч рублей. Они песком еще отсыпали, как сорбента. Ну вот, то есть они должны убрать и песок, и лед, и сдать это в специализированное предприятие. У них заключен договор с ИП Петровым на утилизацию вот таких загрязненных компонентов. Дальше у них еще предписание есть на рекультивацию земли, прилегающую к месту утечки вот этого авиатоплива.